Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Волхат. Так, Беззубик, что ты мне тут принес? Ох, ну неужели, ребята, блин, и тут два шлема. И там было два шлема, ну это просто, ребят, какая-то редкость, ты понимаешь? Так, дай-ка я камеру отдалю. Просто редкость какая-то, блин, надо было те шлемы, наверное, все-таки купить. Тут нам выпадает ракушка. Давай, лети за древесиной. Ты лети у меня за рыбой. Ты у меня лети, наверное, за... Да, за древесиной. Так, что тут у нас? Подлагивания какие-то идут. Эти у нас все прокачанные. Один из подписчиков написал: Рэй, покупай новые острова для того, чтобы добывать ресурсы. В принципе, ребята, он прав. С ресурсами у меня как-то не особо все хорошо, а они нужны нам. Но для того, чтобы купить какие-то острова, нужно очень много рун, как мы знаем. Ближайшее, что мы можем купить? По-моему, где-то вот здесь у нас. Ближайшее, что у нас? 3500. А у нас в данный момент 1740. Это еще столько же буквально надо. Так, ладно. Давай за рыбой. Тоже за рыбой. Прокачивать тебя пора, парень. Вот что я могу сказать. Иди обучайся. Иди обучайся. Ты полетишь у меня за... Ты только древесину можешь добывать, поэтому за древесиной. И вот этого тоже нужно, кревета. Ребят, тоже нужно прокачивать. В основном акцент идет у нас весь на рыбу. Нифига себе, яркий ужас. 121 миллион древесины уже добывает у меня. 40 лямов. Давай этого прокачивать. Фиг там, не хватило, да? Так, а теперь? А что теперь-то? Тут 44 миллиона рыбы. А теперь, главное, спрашиваю. Как будто я рыбу добывал. Я добывал древесину. Так, этот у меня тоже получает, ребята, уровень. Ох, скоро все ребята прокачаются. Скоро будет у нас новый левелап. Сколько мы играем уже до левелапа? Я уже думаю, полгода где-то, а может даже больше. Тихонько обойти. Кого-то он там тихонько будет обходить. Пока лети за древесиной, нету у нас возможности пока тебя прапать. Так, ребят, событий пока нет сегодня, поэтому понабиваем паки. Я думаю, никто не против. Ну, если кому-то не нравится, может не смотреть эту серию, а сразу же закрыть и заняться своими любимыми делами, если такие есть. А у меня, ребята, ну, сейчас посмотрим. Событие будет доступно через 21 час 6 минут. Ну, грубо говоря, через сутки. Грубо говоря, через сутки. Так. Поэтому сегодня... Чтобы не зря заходить в игру, я понабиваю себе паки. Ну, что нам тут выпадет? Шестеренки, окей. Две всего лишь штуки. Кстати, вот этих охламонов надо бы тоже, ребята, как-то заняться прокачкой. Я все грожусь, грожусь, а все никак руки у меня не дойдут для того, чтобы их прокачать. Ну, что ты мне тут подкинешь? Тусклый янтарь свой, как всегда, да? Нет, шестеренку. Ну, минималку. Хотя, может, наоборот, максималку. Так, 12. Пускай летит. Кривоклык. Шестеренка, да? Угу. Тут либо яйцо, либо шестеренка. А, нет, скорее всего, руны. Ну да, руны. 10 штук. Так, кривоклык. Лети. И Грамгильда. Грамгильда с Астрид у нас идет на С. С. Открываем последний пак, который у нас тут есть. Шторморез, Громыль, Душитель и Водорез. Так, ребята, теперь сезонный абонемент. Давай заберем наши награды. Ага.
Ага, первая награда пошла. Чуть-чуть не хватает, да? Ну, думаю, что, в принципе, за поединки мы получим. И потом у нас будет 250 конфет. 250 конфет. Так, и без зубика мы отправим. Подожди, зачем мне в приключения, если нам надо... Блин, я не то делаю. Нам же нужны шлемы, шлемы. На каком мы его шлемы нашли? На, по-моему, на втором приключении, да? По-моему, вот здесь. Давай, лети. Полетел он бесплатно. И, кстати, еще одну награду сейчас заберем. Так, это 250 конфет. Итого 890. Ну, грубо говоря, первая 1000 у нас уже есть. Но нам нужно еще 7000. Ну, 7500, скажем так. Ну что, давай тогда откроем еще парочку паков. Монеты. Ну. Тогда, кстати, также подвисало. Помнишь, я еще думал, блин. А где у нас награда? А прикинь, игра зависла. Слушай, по-моему, зависла. Нет, я, конечно, постою и подожду. Если зависла, придется перезаходить. Так, ну что, вот он, ребята, пак. Был обрыв, опять же, соединения. Написали. Ну, как-то так. И заодно сразу же рекламный. Ой-ой-ой, подожди, не сюда. Кстати, давай-ка заодно глянем. Паки у нас есть доступные? Есть. Давай возьмем. На рыбу. Для прокачки пойдет. И сразу же возьмем на древесину. Сразу же возьмем и на древесину. Ой, подожди, я... Ёпрсты, я не тот пак открыл, да? Конечно, я... Не то, вот он. Думаю, что не то-то, блин. Конечно же, ребят, вот. Так, у нас древесина, кстати, в достатке. Есть желающие кто-нибудь прокачаться, а? Так, 103 уровень, а ты у нас 112, 186. Ну что, давай тогда тебе. Полетел. За следующим, так сказать, уровнем. $230 миллионов. Блин, офигеть, ребята, это чтобы на 89 уровень его прокачать. 230 миллионов нужно. Конечно, это дофига. Это очень, ребята, дофига. Да, конечно, ресурсов тьма нужна. Просто, ребята, тьма. Так, забираем. Кого-то можно же еще отправить прокачаться. Я же знаю, что у меня есть много желающих здесь. Качнуть себе уровень. Ну вот, например. Так, еще кто-то еще же должен быть. Я ведь знаю. Так, подожди. О! 88-й, блин. Ты не хочешь? По-моему, ты хочешь. Да, ты хочешь. Лети, прокачивайся. И ты тогда лети тоже. Так, по-моему, этот тоже, да? Но в академке уже, как мы видим, места нет, к сожалению. А за древесину мы отправим... Так, стоп. Кто же у нас там? Так, этот за рыбу. Ну, у нас такой же есть. Должен быть где-то. Вот. Лети. Лети и добывай нам железо. У нас, кстати, железо уже нормально, но все равно, ребята, это мало. По меркам прокачки это мало. Вроде бы все дела сделал, что хотел. Ну, теперь можно спокойненько идти набивать паки.
Три пака набьем, я думаю, будет достаточно для нас. Ну, заодно еще пак вождя приобретем. Как говорится, лишним он не будет. Тут понятное дело, что начинаем с парящего прихвостня. Нечего ему здесь парить. Крылатый ужас, конечно, тоже еще тот паршивец. Но все-таки, ребята, этот опаснее будет. У него очень жесткая массовая атака. Так, ну что, теперь с этими разбираемся. О, ничего себе! Вот это ты даешь, парень. Просто сдул Барсика. Здоровски, да, я не ожидал, если честно, ребят. Просто не ожидал. Ты что, хочешь этого добить, что ли, мне? Промахнулся, так тебе и надо. Ну что, Кривоклык, давай погутарим, коль такое дело. Так, молодцы. Второй поединок. Два престиголовых. Один из них синий, поэтому будем с него начинать. С этого будем в последнюю очередь, потому что он страж. Он идет зеленым. Будет очень долгая разборка, поэтому... Опа, минус один. Это у нас Барсик вражеский только. Давай тогда наказывать его теперь. Хильнемся. Слушай, ну это изи-катка. Он тем более еще и промахнулся. Давай сделаем так. Барсик добьет этого. Понижение брони. Ну все, парень, ты допрыгался. И добиваем. Так, я надеюсь, это будет у нас последний поединок. С громобоя начну. Пожалуй-ка. Начнем с громобоя. Мне бы, конечно, знаешь, что хотелось бы взять? Вот этого чудика в слепоту. Но это уже будет после того, как мы уничтожим громобоя. Так, промашка. Добиваем. И вот теперь надо... Ой-ой-ой, сейчас будет жесть. Я удивлен, ребята, он не стал тратить. А почему? Почему он не стал тратить энергию? Теперь я, кажется, понял, почему. Теперь все стало на свои места. Понижение защиты плюс сайленс. Ну, я понял. Блин, сейчас уничтожит. Уничтожил. Так, ну раз ты усиленный, я думаю, что ты мне и поможешь как раз против ветрокрыла. Надо будет с ним разобраться. Я ему понижение брони как раз сделаю. Давай. Красиво. Так. Давай еще вот так вот сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, он, смотри, он не стал делать этот. Ладно, добьем. Не знаю, почему он не стал применять свой суперудар. В общем, он об этом, наверное, пожалел уже не раз. Ну что, ребята, как вы видите, нам выпал один редкий пак и два обычных. Так что начну открытие с редкого. Плюс пак вождя. Шторморез, крылатый ужас, громобой, экзотический дымодышащий, плюс злобный змеевик. И Барсик выпал, кстати. Что не может не радовать. Замечательно. Можно было бы, конечно, еще один пак вождя набить. Но зачем, ребята? У нас есть... Так, подожди, активировал. Да, все нормально. Что-то паника какая-то напала. Все у нас нормально. Все у нас хорошо, все у нас, как говорится, прокачивается. Так, улучшить. Не хватает, да? Здесь тоже не хватает. В общем, прокачать пока статуи мы не можем. Пока не можем, ребята. Со временем все мы с вами сделаем. Все будет как надо. Ну что, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.